Здание администрации в станице Благовещенска в вечерний час выглядит неожиданно оживленно. Глава курорта Сергей Сергеев приехал выслушать станичников и помочь решить их проблемы и затруднения. Мне ваша станица очень нравится. И вообще в крае я таких станиц не видел. Ухоженных, хороших, чтобы так подобно. Но у вас, конечно, есть перед другими станицами есть преимущество. Это отдыхающие, которые сюда приезжают. Владимир Волков – заслуженный энергетик России. У него 3 международных премии за достижения в науке и проблема, связанная с халатностью кадастровых специалистов. Кадастровый инженер, проводя у соседа замеры, произвел введение ошибочных координатов и на 3 метра сместил участок земли от соседа на мою территорию. Захватил пол здания. А кадастровая палата Краснодара, не увидев этой технической ошибки, взяла и сместила мой участок, участок соседа следующего. И в результате 8 участков оказались со смещенными по кадастровым планам участками своими земельными. Однако половина соседей не заинтересованы действовать, заказывать экспертизу, тратить деньги, создавать земельные дела. Вместе с соседом Василием Хорошавиным Владимир Михайлович пришел на прием к главе Анапы. Чертеж наглядно продемонстрировал сложившуюся проблему. В 2 ручки они исследовали земельную карту и думали над решением проблемы. Давайте пойдем в суд, и мы будем нести все эти расходы. Глава предлагает, что он выступит инициатором в суде. Администрация в защиту наших интересов и направит своих представителей, попробует через суд решить этот вопрос. Я удовлетворен встрече, если это будет решено, слава Богу. Сразу после беседы Владимира Волкова пригласил к себе начальник городского правового управления Сергей Усков. Вопросы станичников касались не только земельных отношений, но и приватизации, водоснабжения частных домов, электроснабжения станицы, расширения территории кладбища и даже соседских споров. Глава внимательно слушал и находил оптимальное решение. И хорошо, что вы не молчите, поэтому и приехал, чтобы посмотреть, самому увидеть. В завершение встречи Сергеев переговорил с главой Благовещенского сельского округа.